как в детском саду. Мама, ты хоть... Мама, что ты кинула прям на елку, мам? От Рустама? Она ванночки открыла, бомбочки для ванны. Женя, пластилина нашла, наконец-то! Руся, ты что? Вы такие дорогие! Карусин! Какой слышный! Дарья, какой счастливый! Такой счастливый! Ты на связи была всегда! Смотри, какой счастливый! Какой счастливый! Подарил здесь! Урпоц он мне подарил, наушники! Василина мне подарила! Что я тебе подарила? Я уже разорвала! Ходит, ходит, ищет, ищет, прям под носом лежат! Я думала, уже без подарка! Ну все, не переживай, все, есть подарок! Мама! Расстроился вчера ребенок? Вчера вот ура! Ура! Я хочу на камеру, чтобы ты открыла мой подарок, Жень. Дай мама дому. А ты же паровоз мне подарила. Какой паровоз? Еще там есть. Бабушка... Мам, почему ты туда скидываешь? Бабушка халтурит, вообще подарки не открывает. Да, вообще, бабушка. Жень, ну не кидай туда, пожалуйста. Ну я только убираю, мам. Смотри, какой монстр. Космос. Агрессивная такая. Русь, здесь мама наш подарок. Да, сынуля! Сейчас, подожди секунду. Ой, ты на... Наш с тобой. Сертификат? Сережечки красивые. Спасибо. Шикарно. Красиво. Вот какая красота. Ну, Кась, бабушка, что у тебя? Что это? Я сначала думала, что такое мягкое. Что это? Классное, да? Прикольное. Это 42-й. Скажи, шикарно. Тебе нравится? Очень, очень. Ну вот. Мне кажется, сейчас будет мясо, потому что Рома всегда дарит очень хорошие подарки. Я знаю твою любовь к алкоголю. Любовь к алкоголю? Да. Поэтому. Бутылка. Нашел. Да, ну серьезно. Нашел. Давите! 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 Мой идеальный мужик! Мой идеальный мужик! У него есть яйца! У него есть яйца! И даже их здесь нет. Два, раз, два, три, четыре, пять. Пять яиц у мужика моего, наверное. Что-то еще? 10 яиц! У моего мужика 10 яиц! И он идеальный! Мама, мама, смотри на этого бога. Посмотри на его нос. Не, ну я примерно, вот моя интуиция, просто то, что они размеры брали. Пойдет, пойдет. Пойдет, зашло, зашло. Хоть что-то всегда. Зашло, зашло. Ты должен поверить. Ну что, ты его завтра покажешь. Ой. Смотри, Рустам уже. Все, я уехал. Я уехал. У меня вроде 54-й. О, Рустам у нас, короче, охотник, он все любит охотник. Слушай, ну ты секси в нем, Русь. Он в самый раз, да? Мне? Да, что еще свитер вниз оденешь. Нет, она тебе небольшая. Да. Как муж с женой, да? Я ничего не говорила. Не смотри так. Рома, ну блин, ну это просто вообще топ. Какой вот тут Давидика мне нашел. Хочешь, я себе их заберу. Мне очень нравится, можешь себе их забрать. Мам, да куда ты кидаешь? Что? Короче, это вообще топовый контент. Здесь такая история с этими ботинками. Что? Лида! Как?
вообще классно. Это вообще классная история у этих. Это была очень классная. А что за история? Мама, расскажи. Это вообще. Я извиняюсь за свою картинку. Я до сих пор с мамой угораю. Мама, мне рассказали, я так смеялась месяц назад. Поэтому история была. Короче, маме понравились ботинки. Она думала и ушла. Они были одного размера. Она думала, и Вита пошла, и говорит, я купила, пошла себе. И мама злилась. Это не мои, это твои, я сразу тебе их купила. Но! Да, они разыграли игру, то, что она покупает себе, на самом деле они купили сразу тебе. Она такая, какая ты подлая. Она такая, какая ты подлая сестра. А маме говорит, а ты не мать? Ну прикольные, они стильные. Я взяла стильные. Странненькие, но стильные. Странненькие, не они. Прикольные. О, Роме, давай. А я думала, ты вторые нашла. Вообще, мама. Ром, подожди секундочку. Давай. Роме от Рустама. Ох, а я хотел лабутены. Лабутены, Рома. Русь, ты свой подарок открывают. Рома? Да. Лабутены. Девочки, заценили? Красивые. Вот здесь. Ром, короче, я тоже помню историю. Там не было размеров. Я думаю, что тебе подойдет. Короче, здесь прикол в том, что он именно с этой хотел. Дело в принципе. Короче, пояс Рома для спорта. Это была некрасивая история. Мы покупали в магазине. Мне понравились вот эти ботиночки. Рустам. Мам, ну расскажи. Короче, мне понравились очень эти ботиночки. А Вита пошла и... Вита сказала, Жень, можно я их себе возьму? И ты расстроилась, да? Да я что могу сестре сказать, что? Мама, они мне рассказывали, я так угорала. А потом мне настроение испортилось. Как так можно? Из-под носа у меня ботиночки. Ой, так слушай. Мне так угарно было, когда бабушка рассказывала. Я же понятно хотела. Так, мама, не расстраивайся, да? Ты расстроилась, да? Я знаю, что Ивана сестре. Сестре я уступлю, а другая какая, подорвала игру. Рома, ты читал финансиста? Фу! Фух, мы столько гадали, читал ты или не читал? Мы так долго... Ну, Драйзер очень классно пишет, он интересно. Тебе понравилось? Маргарита там что-то? Нет, у меня в списке, но я туда не добрался. Слава Богу. Тебе нравится? Да. Да, по классике. Ура! Кевин Кляйн, опять на стиле, да? Ну, а вот и... У нас Рустам живет, откуда там будет? О, Арбита сказали достойно. Короткие. Красивые очень. Как маленькая. Это... Просто в рубашке так кажется, нет? Ну-ка. Я знаю, что это. О, это классный подарок. Это, короче, ты по миру ездишь и отмечаешь точками. От Ромы. Спасибо. Сынок! Рустам! Рустам! Твой подарок Нармина открывает. Подойди. А ты мне подарил уже. Он тебя купил! А ты как закупил его прям? Чё? Нет, я его прям. О, спасибо большое. Вот это когда же он сказал, я ей сделаю так. Я ей одну подарю, а одну спрячу. Спасибо. Представь, ну ты чуть не очень обрадовался. Я в шоке просто, я не знала, что... Иди, целуй его. Он говорит, мам, я хотел ей. Так, теперь от Насти подарок. Открывай. Она сюрпризом. Ничего себе, не покажешь. Что там такое? Она сюрпризом открывает. Покажи. Очень интересно. Сережки. Настя, ну ты мясо какое-то. Красивый, Настя. Спасибо. Давайте поцелуй. Ой, не видно. Ну я потом. Спасибо, Настя. Пошу. Нет, а вы не сняли. В горло. Где поцелую?
А, уходит фестивальности, узоры какие-то, ну, как казалось, ну, не знаю. Это камушек забыл, как он называется. А я думала, совята какие-то. Это этот, гранат. Гранатик красивый. Мама, тебе от Рустама. Спасибо. А что там, покажи, Василин. Любишь косметику, нижнее белье. Нижнее белье еще какой фирмы? И там. Вау, красиво. Рустам, бабушка, твой подарок открывает. Красиво, ну. Ой, еще и трусы Керен Кляйна. Да это кому? Дети, а что? Я тоже, оказывается, хочу Керен Кляйн. Я ваш подарок открываю. Сейчас, сейчас, подожди нас, подожди. Да. Да не такое, я хотела. Нет, так, такая стрика шикарная. Он тебя выбирал. Нет, она ее... Так, бабушка, но она смотри, какой материал. Это вот, же Columbia Pictures. Columbia Pictures. Это фирменная, что ли? Да, Мири, мы ждем. Ой, какая брошка, Камелия. Спасибо, солнышко. Носки? Спасибо. А, носки. Сво, покажи. Спасибо. Красиво. Красивая, мам. Да. Настюш, спасибо. Попыльчатая такая. Во, бабушке халатик вот мы подарили, бабушке халатик. Очень. Довольна, ба? Настя открывает от Жени и Нармины. Что там, Русь? Это что за монстр? Руста, что это такое? Да, давай, давай, ой, Настя, давай. Давай, да. Где там ресурсы, Ром? Как красиво. Давай, открывай. Не, Ром, ты зверь. Рома, зверь. Ой, какая красота! Ну, спасибо большое, сейчас все понюхаю. Спасибо. Там что-то живое, тебе же. Живности же нет. Что такая мягкая? Такая мягкая, капец. Бинго. Красиво. Подожди. Слушай, прикольная. Спасибо. Классно. Бинго. Бинго. Хорошая, понравилась? Да. Слушай, супер, спасибо. Ну, Слав, так выбирали долго, как чуть не вдохли. А, Нармин, будь мне сумка, не пейте, как Рома, смотри, какой красивый у Рома подарок. А, вот Рома. Давай. Вы видели хейтмейт мой? Роме. Кто-то рисовал долго еще. Мама, в Москве куковала, нечего делать. Не открывайте. Очередь. Я уже полчаса не могу свой подарок открыть, как раб какой-то работаю на вас тут снимаю. Что ты должна еще делать? У тебя там были эксклюзивные, еще где-то попробую. Там внизу. Ага. Долманный кайфун. Сука, денег на этого мальчика уходит. Да. Фигня на GoPro. Давай, Василина, она просит. Давай, Василина. Ой, Василина, полчаса еще будешь раскрывать. Спасибо большое. Это твоя Виктория, долбаная секрет. Красота. Да, Настя, открывай, господи. Нет, ну хотел, чтобы ты снова. Давай. Слушай, ну тебе же понравился, и нам пришлось второй купить. Давай, Настя. Там пусть ищет. Два в одном это. Сыну и знаки. Ну вообще мы для Рустама больше брали. Честно, для брата подогнала. Спасибо. Какая красота. Честно, для брата. Я думала, все трусы. Настя. Я думала, одинаковые трусы и русские. Ну, можно было, но я думаю, он был бы против, если бы я взяла. Такие всякие штучки. Давай, Ксюха. Давай.
Давай, пусть Ксюха оденет. Наконец-то нашел. Смотри, тоже хендмейд. Смотрите, какой вот Роме я от души. Потому что в Москве делать было нечего. Давай, пусть я буду их одновременно снимать. Я не знаю, вставайте одновременно сюда. Давайте открою уже подарок. Ну я не знаю, нет, просто мне на Ксюшу снять. Все, ладно. Все, стой. Не, остановись. Все, ладно, пусть он, я ему засниму. Это от бабушки, вы что? Ой, щакаль. Охотник, охотник. Бабушки зимние. Слушайте историю, 40 градусов. Это зимние. Настя звонит, говорит, Евгения Юрьевна, я хочу Рустаму купить. Я расплакалась. Сейчас расскажу. Звонит Настя на маму, спрашивает, Евгения Юрьевна, какой костюм у этой Жени? Размер. Да, размер. Я говорю, а бабушка уже купила. Настя как рыдать начала. Ты купила, что ли, да? Нет. Я уже магазины обходила, уже приметила, все, только размер какой-то. И сказали, бабушка, она рыдать начала. Она расплакалась, я говорю, да бери, у него другой. Друзья, американский. Ну что, ну это как-то вот зимний? Зимний. Нет, вот это зимний. Это зимний, да. А почему? Такой огромный. Это песенки земной фотки. Ну, Рома! Ну, а зачем ты открыл? Я что-то перед тобой все открывал. Это грязь. Ну, я, наверное, померил, значит. Мам, ну мне кажется, раз... Все, ты опять пролетел, у меня зарядка садится. А, это наш подарочек, мам. А что там зачем? Папа зажег. Что? Твоя. Ну открой быстрее, у меня память. Давай. Нет, я... Ну открой. Ничего. Пожалуйста. Ну, орёт. Что ты не знаешь, что? Не знаю. Вот. Смотри, вот это радость. Вот так вот наша семья радуется хорошим подарком. Ни хрена не радуется. И вообще обожаю. Лицо, как человек рад подарку. Вот посмотрите, вот так все бы радовались айфону 11. Перестань. Ну ты что не рад? Какой красивый, просто джоханский. Не знаю, три камеры, пусть на скорость. Плитка вот эта. Смотри, вообще, такой, смотри, какой классный. Наконец-то я открываю свои подарки, а то я как раб, который снимает всех, и не смотри, не открывает подарки, мне грустно. Ладно, ладно, не грусти. Я хочу уже, когда я буду зарабатывать, я буду нанимать нам операторов, пусть они нас сами снимают. Тарин, давай я тоже танцевать хочу. Я не танцевать, у меня так ноги болят. Ничего. Рустам, когда танцевать будет? Какой спать? Смотрите. Какой спать? Nokia. Старая Nokia. Старая Nokia. Ушла, что такие коробки? Ну, для тебя ножницами, Нармин. Нармин, ну что ты коробки урод? Да, я не могу. Красиво у тебя? Да, это очень красиво. Красивый, понравился. Супер раскидай? Да. С бусинкой. Что это? Мама. Что это? О. Василина такая, что происходит вообще? Не переживай. Госпожа. Слушай, а то что так ухочу? Видео сидит женщина такой, как квартир. Не, надо халат, я же. Бабушка, я тоже такую хочу. Смотри, какой госпожи какой-то. Да, красивый. Знаешь, она мне это напоминает, Скарлетт. Из Вельвета, шторы шьет. Красиво, красиво. Ну, это классный. Да, офигенно. Красивый, мам. Ой, какой красивый. Именно от Рустама сына? Ну, да. Давай.
последние подарки. Ну давай, мам. Осталось только два подарочка на Арбинину. Это ты упаковал? Ксюша вообще бедная, как хатика, блин, не получится. Можно открыть свой подарок без камеры. Чего ты улыбаешься? Как ты думаешь, что это, мам? Это мое украшение. Украшение? Ну что такая? Что мы такие предсказуемые, что ли? А что это такое, Жень? Мы с тобой вместе будем. Я ожидала. Я ожидала. Честно. AirPods Рустам подарил. Никак, никак. Вообще не ощущала. Аккуратно, мам, гарантию там сохранить, там посмотрите. Ну как ты даже не думала, на день рождения думала. Ксюша столько ждала, блин. Ксюх, сама не могу ни один подарок свой открыть. Вот только открыла несколько. Открою сейчас. Ну, Ксюша, смотри, у меня вот еще мои подарки все остались. Давай. Вон все уже чай ждут. Самый главный подарок вообще, который... Давай, давай. Псины мои. Давай. А я так долго выбирать, что не сдохла, Ксюха. Не рви на будущий год, оставь себя, тут ты коробки не привозишь, блин, кто ищешь тебе? Давай, на катком. Вообще жесть, смотрите, все такое горясь кругом. Ну все, давай, убивай ее. Открывай. Ну, я не знаю, открывай. Вообще, ты знаешь, сколько я выбирала, вообще жесть такая, просто... Стоп, 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 стоп. Что, я держу все. Господи, ну ты на, держи. Ну, ё-моё. Я вот быстро сделала целик, держи. Подарок твой. Пожалуйста. Амин, ты оторвала мне сердечко. Прости. Я не знаю, Ксюш, долго выбирала. Офигенный, вообще офигенный. Тебе нравится? Очень. Я просто думала на твой вкус. Ой, это прямо мои. Да, я знаю. Я просто долго думала, более длинный или более короткий. Это я вот идеальный. Я просто очень думала. Просто идеальный. Серебро еще, блин. Ну вот. Просто офигенно. Да, ну вообще. Вот. Честно, по твоему вкусу. Это... Клянусь. Господи, сколько... 200%. Сколько я их выбирала? Просто, мне кажется, я давно так ничего не выбирала долго. Очень, Женя, просто вообще. Нет, серьезно, по душе. Я клянусь, блин, 200%. Просто я советую Нормина, когда это, Ксюша, не будет носить, это не будет. Ну, у нас просто, я знаю же ее вкус. Это очень красиво. Это прямо идеально. Кстати, попробуйте все фотки убрать. Вот, какой красивенький. Здесь вот, мы здесь, кстати, мы себе переехали, у нас теперь чаепиция вот на этом столе. А сейчас мы еще будем гадать, каждый возьмет по киндеру и узнает, что его ждет в следующем году. Как красиво у нас. Сейчас у нас через, получается... 7 минут у нас будет Новый год московский. Мы его сейчас тоже всегда отмечаем. Спасибо большое. А как сельком вам стук? Уважаемые граждане России. Мама, это слишком. Скажите нам, что нас ждет? Если что, это почти все были яйца моего Давида. Нифига. Почти все яйца Давида. Какой Давид? Вон, мне же подарил Рома Давида. А ты что подумал? Знаешь, что за Давид думал? Это были яйца моего Давида. Это яйца моего Давида конкретно все были. Пора, мара, шура, штура. Все.
Тихо. Да. Мама, просим вас. По возрасту пойдем, а потом ты следующий получаешься, да? Открывайте глаза, когда будете. Никто не услышал рыбу. Давайте, открывайте. Мам, по возрасту пойдем? Нет, пойдем. Ты следующая будешь тогда, после бабушки. Короче, у мамы будет в 2020 году мягкая, пушистая жизнь. А кошак что делает? Он лежит, кайфует. Ну-ка, дай сюда поближе, Василий. Мама, да тут кайфуша, кот. Лежит. Лежит, отдыхает. Это... Закрывайте глаза. Ой, сейчас, Ксюша, вообще так. Ксюша, серьезно. Сейчас, серьезно. Просим вас, Ксюша. Устройся, хорошо. На 50 раз я не беру два. Я туда не. Давай. Это кот на себе. Она все общупала, все. Она шакал, все свои энергии заразила там. Давай, Ксюша, что ждет Ксюшу? Толстый, жирный, это из домашних животных. Именинница наша. Катаси. Василина уже сегодня день рождения. Давай. Первый. А, Василина, с днем рождения, Настя. С днем рождения. О, все, ушатывать, как демон будешь. У меня кит. А, значит, тебя ушатывать. А, ну хотя кит большой тоже. Нет, это хорошо, Василина. Спокойно и умный, киты умные животные. Учиться будешь. Рустам, учиться будешь, Василий. Давай, все, приезжай. У меня уже зарядки. Ну, Рома! Рома! Ну, мы же ждем, у меня зарядки. Сладкая ешка, Рома! Да? У меня зарядки нет, давай. Ты понимаешь, что там жизнь решается? Ой, все, пара. Два ленивца, а нет. Да, какие-то... Все, Рома, все, девушка, бабу найдешь себе. Все. И... Потом будешь просить меня на яйца сказать. Что, вы забеременеешь, что ли? Василина, смотри, не залети в 15, а то тебя на передачу к Малахову сразу отправлю. Буду твоим продюсером. Скажу, что тебя кто-нибудь износил, а потом с тобой так бабки поднимем на этом первом канале. Все, выкачаем оттуда. Все, скажешь, создавайте, знаешь, откуда? Сначала плохо себя чувствовал, потом кит маленький в животе появился. Сама говорила, Василина, больше забеременеть. Я тебе говорю, позже забеременеть, Василина, это самый страшный недуг. Просим наш чемпион, выбирайте яйцо. У него точно котеночек. Сразу же бери какой-то. В 20-м году. Ой, что-то тебя разэтывает. Что там? Четыре совочка и лапочка дочка. А у Ромы что там, какие дети? Какой-то, блин, штурвал. Короче, это? У руля какой-то крутящийся. Кто? Какой-то демон мне попался. И Рустам, это Юла-тигр. Ты будешь как тигр всех ушатывать. Юла. Лютица будешь, как всегда. Как демон. Люция, ну давай. Сюда, туда. Испытаем твое счастье. Карминочка. Закрытыми глазами, Люция, закрытыми. Ой, кто это? Кто это? Короче, лиси дарим. Лиса какая-то. Лиси дарим, точно, я же сказала, лиси поедем. А что там? Сладенький такой. Я даже не знаю, как это трактовать. Не, без понятия вообще. Люция, как ты думаешь? Короче, Люция будет хитрая. Как это, лисичка, это целый год. Ребенок. Кто там? Зайчонок? Собачка. Да-да. Покажи. Слушай, он одинаковый, да, у них эти? У вас похожи. Одна серия. У Ксюши с этим с одна серия. А что там? Что? Это зайчик. Собачка. Ой, какой сладкий. Слушайте, такие сладкие. По... Какой это... сладенький. Вот на какой-то боевик похож, честно. Сладенький. У нас прям такие лица. Парные игрушки. Что меня ждет в будущем 2020 году? Не торопись! Самое главное. Дармина, вот все это твое. Нет, это не Дармина, мое. Это твое. Мама! Нет! Это знак, честно, правда. Ладно, я потом возьму его туда. Нет. Так, нет, я хочу выбрать. Ну почему за меня нельзя сделать выбор? Ты же выбросила его. Я не выбросила, сама упала. Ну, ты так... Я потом его открою, будет второе, значит, пожелание. Так, 2020 году самое... ключевое событие 2020 года. Все, еще кто-то сомневается. Мама, это как брат, вертись в колесе. Это лупа. Она будет работать. Лупа. Здесь инопланетянин, три инопланетянина. Слушай, ничего себе. Короче, у тебя три мужика будет, три жениха. И ты будешь разглядывать их под лупой. Под лупой я смотрю. Да, у тебя будет три выбора. А, нет, это еще и трафарет. Это трафарет. Короче, мечты. Это трафарет звезды и инопланетянина. Короче, мужик у тебя будет как инопланетянин. А я буду звезда. Ты будешь звезда, он иностранец. Ладно, почему так... иностранец, он инопланетянин? Ладно, потом упала. Бабушка сразу иностранец, инопланетянин. Смотрите, второе лицо, которое Нармина первоначально выпала. Ну, странно, ну окей. Еще один инопланетянин. О, как... Слон. Ну это набор масс. Он будет добрый. Набор масс. Это будет добрый мальчик. А почему-то у него
Место в Хоботе кисточка. Слушайте, значит, она, наверное, скорее всего, творчество какое-то будет, потому что да, и там, и там, здесь получается трафарет рисовать. Блин, ну у тебя интересное предсказание. Короче, я поняла, что я буду пахать. Ну, короче, любви не будет. Ну и пофиг. Только Роме. А Ксюша, нечестно. Это кто? Какой-то довольный заяц. О, это заяц! Это за заяц, который молния, который спасает. Что, танк какой-то? И что это? Трактуйте меня, трактуйте. Короче, трактуем. Настя в 20-м году... Это который... этот. Это, нет, это который этот... как это делает? Асфальт. Вот так. Ты просто всех закатаешь. Закатаешь всех. Посмотри картинку. Короче, ты будешь это проявлять характер. Вот здесь картинка внутри. Ты просто все под себя подгребешь, да, и закатаешь. Рустам, у тебя, по, тебя подзакатают. Да. Ой, как это робот, смотрите. Дебилы мы. Что это? Короче, эта штука, ты так сильно жмешь и делаешь как печать. Но ты все равно жмешь. Короче, ты будешь на всех давить. Ну, типа, будешь под себя короче, подгинать. Тебя, да, все побудет хорошо. Смотри, Рустам, аккуратно подогнуть тебя. Не, открывай, пожалуйста, 4. Одно открой, пожалуйста. Ты что, сказала, нет, одно. Ну, мам, ну так нечестно. Нет, одно открыть надо. Мам, так нечестно. Нет, так нечестно. Одно открой. Покажи. Показала уже. Что это? Да, сестра. Что это? А что ты радовалась? Короче, это девочка? Тоже с кисточкой, как у меня. Короче, это Мишка, у него морковка. У меня будет, короче, этот слон-мужик с хоботом, у тебя будет какой-то Мишка с морковкой. Красивая девочка. Ага. Она вот, смотрите, у нее тут, вот я не знаю, все цветет и пахнет. Все цветет, конкретно цветет. И, короче, ее ждет прям офигенное будущее. Офигенное. Вот такое солнечное. Как вот этот Мишечка. Жирный мопс. А, это собака. Диета обломилась. Собака, друг человек. Пополнеешь, мам. Это мой жених, он так не рад. Жирный, что ли? Ну ладно, главное, чтоб любил. Смотрите, у меня пара образовалась. Диета обломилась. Смотрите. Ты его будешь морковка кормить, а у него он из-за глины. Ничего страшного. Все молчи. Смотри, у него даже есть ошейник, который я держу. Мама, ошейник, который я держу. Молодец. Кстати, какой красивый у меня бабушка постельное белье подарила. Вот Нарвина добралась до своего подарка. Слушай, я весь вечер всех снимала, а свои подарки вообще... Короче, у Нарвина осталось несколько подарочков. Ну, как она его может знать? Носки. А, сертификат. Да. Сертификат, да. Как всегда. Так. Спасибо, Ксюха. Ой, ну носки лакшери. Ну вот. Я увидела. Вита, я чуть не поняла, Вит. А где носки? Все, ты выросла, носки. Теперь на постельное белье. Вот это вообще обалденный, да? Я увидела их, кстати, тебе подумала. Сасные вообще носки. Хорошо, что Ксюша хоть носки подарила Нармине, а так бы и не светила бы. Я же обожаю носки. Ну, он. Ой, какие. Слушай, это прям для моего яичника. Кто подарил? Ксюша. Ксюша. Какие для яичника моего? Прям смотри, с начесом. Слушай, мам, когда я стала взрослой? Радость постельному белью, радость. Носочка. Нет, носкам всегда такие рады с мягкими. Это где она? В каком магазине? Где? Ну, это самый хороший подарок, я потом себе вставлю просто. Она просто, да, она себе купит то, что хочет. Да, то, что я хочу. Ну, здорово. Ну, я тебе поняла же мой подарок, да? Я же угодила. Я, знаешь, я чувствую себе мозги-то даже не свернула. Да, знаю, мы насались, как дураки. Короче, это стыдно, значит, такая девушка. То, что мне нравится, ей не нравится. Сережечки. Я просто между двумя не могла выбрать. Тебе больше как-то больше нет, я думала. Тебе мне как-то, я думала, Ксюше тебе больше будет нравиться. Она их будет больше носить. Короче, ладно, я пошла за тебя. Че, мам, за тобой брести? А это у нас подарок от нас с Рустамом. А, нет, тебе я не купила. Тебе были слишком громоздкие, небольшие. Ксюха не стала бы носить. От Рустамы и мамы. Мама, вот ее я хотела. Хотела? Да. Так, девочки, самое интересное, она с Москвы приехала. С Москвы эта сумка приехала. А какой магазин?
Пинка. Ну вот это. А, пинка. Мам, спасибо большое. Рада? Да. Ну слава. Красота. Примери. Очень. Это которую я тебе показывала, да? Ну, ты мне показала примерно. Я знаю, что ты эту фирму любишь. Ну да. Но у меня такой еще не было. Просто я подумала. Угодила? Очень. Слава Богу. Угодила. Слушай, у тебя сегодня опять одни сумки. Так, мам, мне же это. Ну, мне нравится же это. Ну, я знаю, я люблю. Ты в маму пошел. Мою сумку перехватила, Рустаму отправила. Да шучу, шучу. Ура! А. На тебе. О, носочки. От кого? А как они появились? А как они появились? Я их брала на розыгрыш. Да, супер. Красивая кружечку мышка. Вообще Дед Мороз тебе по кайфу. Это вообще шикарно. А я про что? А мне что такое никто не подарил? А я выбрала ее. Вообще шикарная кружка. Старбакс. Я такая, забираю без себя. Ну давай, Нармин. Один подарок остался. У нас так получилось, что Нармина последние завершительные подарочки собирает под елкой. Маш, смотри, попросила. Что, нашел партнер? Нашел партнер? Нет. Возьми меня в комнате. Ну, бабушка. О, спасибо. О. Спасибо, я тоже Суростоку хочу. Ну, Нармина, я уже что-то задумалась и не снимала. В смысле? Ты за тобой не повернулась, стою, тупо голову повернула. Вот так. И стою, смотрю. Ой, Нармина потрошит последний подарок. Счастлива. Я эту сумку еще когда Маша искала, подарок, она мне понравилась тогда. Ну, угодила. А у меня не было пряник. Я думала, у меня целовать ее, да она к прянику идет. Ну нормально, блин. Ребенок. Вита хотела. Я думала, у меня целовать идет. Смотри. Мне так нравится эта сумка в Москве. Очень нравится. Мама. А я шла мне в магазин, говорю, мам, смотри, какая красивая сумка. Ой, да ну тебе вообще некрасиво. И все, мы пошли. Покажи. Вот, еще одна. А ты не догадывалась, Нарвин? Нет? Вообще не немножко. Ты же мне захаяла, сказала, что у меня она не очень. Да, ну просто что мне было делать? Сказала, что она какая-то все. Это так же, как с туфе, тебе обувь убивать. Слишком много всего. Я думаю, ну, да нет, она красивая. А сколько ты меня захаяла? Голубая мне понравилась. Нет, тогда у нас вообще, она мне очень в прошлый раз понравилась, голубая красивая. Но вот это прям вообще топ. Так ты две получила? Да, я вообще... Она четыре получила, два от брата, две от брата. Еще есть две. Вон еще. Вообще-то я вообще же не ожидала. Слушай, что ты солить их будешь? Ничего, будем солить. Потому что у меня нет вообще сумок нормальных, все старые. Да они уже все старинные. Красивенькие. Только надоели. Спасибо. Ну все, да, завершение сейчас. Нового года закончилось все, у нас сейчас, сумками. Да. Посмотрите, да. Что у нас тут творится. Вот. Завтра еще Василине на день рождения праздновать, и я не знаю. Вот у нас тут вообще побоище. Нам папа передал, они распускаются, я не знаю, как с ними быть. Так, друзья, вот кто стойкие люди. Человек с температурой 15-летний. Нет, Ксюша ушла. Она Ксюша... Нет, я про Василину. 15-летний. Вообще-то она не 20-летняя. 15-летняя, сказала. Ой, 30-летняя. Нет, уже все, 15 лет нашей Василине. Мы сегодня будем праздновать. Нармина, я и Василина. Ксюша, наверное, вернется? У Ксюши температура. И вот самые мы стойкие ребята оказались. Дочь, как твой комментарий? Как Новый год прошел? Не знаю, Новый год так быстро прошел. Я ничего не заметила. Подарки самые последние открыла, все снимала. Не знаю, как-то он так пролетел быстро. Бешено. Я вообще в жизни так быстро Новый год проходила. Да. У меня фильм, тоже. Дальше, помню, легла, фильм посмотрела, «Иронию судьбы», я года три не смотрю. Иронию. Так, не, потихонечку запаковала подарок, вложила всю душу, а тут у нас конвейер был, да? Вообще страшно. Василин, тебе как наш Новый год? Классно. Я всегда обычно, когда перед Новым годом думаю про Новый год, про день рождения, а на последние 4 дня просто болела. Ну, зато видишь, как встретишь. Вообще, я создала Новый год, такая просыпаюсь, думаю, о, здрасте, Новый год.
Что, зато у нас... Последний день упаковала быстро, вот так, вот. Ну, здорово. Быстро, очень хорошо. Ксюша у нас затемпературила, но мы ее ждем. Думаем, что она вернется к нам, да? А мы веселились, да? Танцевали, смеялись. Надеюсь, да, 20-й год будет хороший. Я думаю, что он будет офигенный. Сюрпризов будет много. Хороших. Все будут счастливы.